друзья, у меня проблема с машинкой. Может, кто подскажет, что надо сделать в такой ситуации. Машина с ума сходит. Когда это видно на видео. Вот. Бегает. Просто сама по себе дёргается. Что такое было, подскажите, что надо такую ситуацию сделать. Сейчас включил, с ума сходит, бегает, оно по себе. Я не знаю, что с ним делать. Так, у меня один агрикультор, как столица, разрешение дал на вот это вот поле. Вот на все это поле. И вот все. Посмотреть. Ну, с таким условием клад на еду поделимся. Да. Надеюсь, на еду поделимся с ним. Главное, что сейчас. Я нажимаю, по-моему, перегрузку, вот так было бы. Выключил. Выключаю, включил. Так, на все металлы поставил. Подскажите, что надо сделать. Продолжайте это. Вот на таком поле кто-то делает или вообще ждете, пока пашут, мне интересно. Сектор, как мы видим, ударяет колодку и непроизвольно он производит звуки, сигналы подает. Хотя сейчас он меня замолчал. Спрашиваю, показываю. Сам не знаю. Значит, знаю. Думаю, это полезно. Что бы сделать, чтобы он не пипикал, не пищал каждый раз. Какие-то варианты есть. И вот на таком поле лучше катушку оригинальную атаки маленькую использовать или вот эту торнадо можно. Так, какая лучше будет, что посоветовать мне, что делать. Думаю, на что. Дает.
слабый, непостоянный сигнал. Я на него внимания не обращаю. Сейчас и все. Будут такие сигналы. Склоном горочка там, не стал я там делать, да и соседи там привалили, что вы делаете, а почему, кто вам разрешил, дядя разрешил, что за дядя, почему, вот такие вопросы задают. Каждому объясняться тоже не стоит. Ну, такие дела на этом хуторе. Народ, что скажешь? Возможно, тут Наполеон что-то потерял или нет? Монеты. Пару штук хотя бы. Пройду сейчас. Вот как раз уже выхожу с поля. Вот такой колокольчик от буреночки. Брын-брын. Буренка уронила где-то. Сейчас сломан. Быстренько. Нету. Видать, тут корову пошли, скорее всего. Никто монету не терял. Хотя я только аппарат успокоился. Ну, поехали домой. Хватит на сегодня.